играется, там обычно Alt Manager и обычное главное меню, как обычно Майнкрафта. Мы начнем с Клигуи. Клигуи примерно выглядит вот так. Что главное могу подметить в этом главном Клигуи, вы можете перемещать Гуи вот на эти две кнопочки. Насколько я знаю, и даже у меня были такие, так сказать, проблемы с монитором. Он был у меня квадратный одно время, и мне было очень трудно использовать бесплатные читы, поскольку у них гуишка не передвигалась. Тут она, конечно, не передвигается за вот эту вот хуйню, но вы можете передвигать их с помощью вот этого, и вы сможете нормально пользоваться читом. Поэтому можете его скачивать. Один из главных плюсов. Помимо этого, тут есть небольшой минус данного чита. Это бинды. Смотрите, вот есть вот такой данный восклицательный знак. Мы нажимаем, и чтобы забинить, нужно нажать свою буковку. И тут она слева появится. Это открывается чат, и в него бинить. Нажимаете Enter, кнопка забинжена. У меня, например, работает на буковку R. Это единственный минус, который я нашел. Помимо этого, я сохраню данный конфиг. Этот конфиг будет в моем телеграм-канале. С ним вы сможете поиграть, и он работает на Saturn X и на, по-моему, Holy World. На Funtime я не пробовал, и на Real World тоже не пробовал. Я не знаю, там античиты. По-моему, там тоже вулкан с гримом стоит. Поэтому можете пробовать его использовать. Но, скорее всего, он будет работать. Помимо этого, у вас есть Elgar Speed, но Jump Delay. То есть это... смотрите, это вот так вот. Смотрите, еще раз показываю. Как мы прыгаем на одном месте, где Jump Delay. Блять, потерял. Как мы бьем, прыгаем обычно, но Jump Delay, то есть убирает нам задержку на прыжке. Вот, мы бьем... Прыгаем вот так. Тут есть очень хорошие функции по поводу киллера, мы это все знаем. Тут есть футермарка, что, кстати, довольно популярно среди нижних 5 читов. Бесплатных, кстати. Таких бесплатных читов вы нигде не найдете. И на нижних 16.5 есть только свою версию по поводу, типа, как Rockstar, которая выглядит довольно красиво. Но это версия 16.5, поэтому будет выглядеть немного похуже, чем... Другие читы, они, типа, по-моему, бесплатные. Тут есть разные темы, ранги, blue, green и red. Мне больше нравится red. Notification, спамер, кстати, есть спамер, но, по-моему, настроить нельзя. Можно настроить свой косейр, то есть это вот посередине указателя крестик такой, который можете изменить. Вот, вот это, да, вот это вот, как видим, он делает его более круглым, это довольно красиво. Помимо этого, тут у нас есть ESP, какого поблизости нет. Кстати, вот есть вот такой нейм-трекер, он вам показывает поблизости игроков, которые находятся поблизости вас. Что-то подобие некого радара, который находится возле вас, игроков. Сейчас, смотрите, мы где-то найдем какого-нибудь игрока, он в центре. Как видим, у нас, блядь, все ломается. Нейм-трекер, блядь, вниз разъезжает. Как видим, сейчас я вам покажу то, чтобы все работало. Блядь, правильно работало. Как видим, у нас просвечивается через блоки игроки, это называется ESP. Конечно, не полностью, как в 11 часах работает ESP, но более-менее нормально. Тут есть кимбинды, которые показывают нам, включен ли какой-то чит. Также есть Аралис, который хорошо показывает. Есть Бин Перл, то есть мы можем на колесико мышки пускать Перл. То есть Перл, блядь, не помню. Также есть Перл Трайсерс, по-моему, где-то должен быть обычные вот такие подобные темы, изменения. Мнение Yoast, хитбокс, можете выиграть, походите легитно. И все подобное. А имбот, чтобы, если вы боитесь, забаниться с киловой. Ну и подобное. Литрофуай, тут, кстати, он тоже работает. Ну а теперь давайте перейдем, как же установить данный чит, как решить проблему с его установкой. Возможно, вы этого, блять, вас вообще не знаете. У многих ребят данный чит, возможно, не работает только потому, что вы не шарите, как его устанавливать. А сейчас я вам в видеоролике объясню, как его установить. Вот мы находимся на моем рабочем столе. У нас есть такая папочка WinRLAN, которую можете скачать по ссылке в описании. Там уже будет конфиг, но там пока нету сейчас. Мы скачем данную папочку и открываем ее. В данной папочке у нас будет три файла. Сам Legacy Launcher. Обязательно используем Legacy Launcher, потому что T-Launcher не подходит вообще. Вы там не разберетесь, так же, как я не смог в нем разобраться. Очень трудно в нем разобраться. Как только скачали T-Launcher, установили его. Можете скачать с официального сайта, я думаю, вы найдете, как его скачать, например, в первом списке идет. После недавних действий. Нажмем на эту папочку. Ох, нажали эту папочку. Мы должны найти папку Versions. Папка Versions. И закидывать сюда тут папочку. Конечно, опять сюда. Она меня уже закинута, как видим. Все, как мы это сделали, мы должны зайти назад в гейм. У вас будет точка Minecraft, возможно. Папку Libraries мы берем и нахуй удаляем. И берем нашу папочку Libraries и перекидываем ее в данную папку. Только потому, что вас чит не запустит без этой папки, первой установленной. После того, как мы это все сделали, мы нажимаем вот сюда и обновляем. После того, как мы это все сделали, мы должны будем перейти в настройки. То есть это данные три палочки. Настройки лаунчера игры. Java JRE нажимаем только текущая Java 17, чтобы у вас это будет по факту стоять. После как мы это сделали, нажимаем настроить. И в аргументы Java, вот на эту кнопку нажимаем и аргумент Java вписываем минус на верифу. Это обязательно, потому что, чтобы не было верификации по майнкрафтовским, блять, серверам, то что даже что-то докачивать. Нажимаем готово, сохранить. Также опять обновляем и нажимаем запустить. Я ничего обрезать не буду, просто ускорю, чтобы вы заметили, что все нормально работает с этим читом.
Вот у нас щит запустился. Как видим, он хорошо работает. Вообще, сейчас не буду, поскольку мне нужно на другой аккаунт заходить. Как видим, все работает. Можно затянуть сервер, поиграть. И как видите, ничего сильно не отличается Alt Manager. Ну а всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам видеоролик понравился. Что-то можете скачать по ссылочке в описании. Подтверждаем все. Там сейчас сокращалочку идет. Я просто немного денег заработаю, а вы просто получите щит. Там все легко, просто скачиваете и устанавливаете по сокращательной ссылке. Ну а всем спасибо за